Всем привет! Вот так необычная такая съемка. Камера внизу стоит, сам себя снимаю. Поэтому вот этот ракурс для меня самый удобный. Вот он, регулируемый эспандер. Я многим рассказывал, что обязательно ставьте пластилин. На нем можно будет отсечки смотреть. Этот эспандер на максимуме 155 килограмм. Сейчас покажу, сколько выставлено. Выставлено 4 сантиметра. 4 сантиметра на этой и 4 на этой. Это 98 килограмм, примерно 98 килограмм. Вот так вот. Расстояние между ручками сейчас 122-125 миллиметров. Посмотрим, как удастся прожать его.